Всем привет на канале. Мы опять на своем объекте. Вот мы сейчас приступили к строительству лестницы. Лестница заводская, 4 ступеньки. Было дано техническое задание сделать вот туда вот вылет, да, выход. Значит, две ступеньки вы видите залиты с таким поворотом. Здесь вот был колодец, мы его обыграли. То есть там он залит наполовину, половина вот этой решеточки достается. Как бы обрезали ее просто болгаркой и все. Вот, то есть можно будет почистить. Вот. Две ступеньки есть. И вот готовится, значит, еще площадка для еще двух ступеней. Что здесь немаловажный фактор? Значит, мы здесь будем столбы, как вы видите. Будет их 4 штуки. Вот. Они на глубину 1,70 м, 1,80 м. Точно такие же 4 столба сделаны в первой в первом ряде ступеней. Вот. Это все будет армироваться, связываться. Значит, столбы армируются, связывается объемный каркас. И еще один немаловажный фактор. То есть заливаться они должны одновременно. То есть вот эта вот площадка и, значит, все 4 столба, они должны быть залиты монолитом. Тогда они будут работать качественно. Еще мы вот видим, что идет продолжение строительства стены. Здесь будет тоже проем. Какой-то хозяин захотел небольшую нишку. Здесь, значит, мы подготовили все к утеплению помещения погреба. Вот там сделана стяжка, здесь стяжка и здесь сделана стяжка. Параллельно, значит, уже идет. Здесь вот усилен ФБС, тоже видите, и сделана заливка для облицовки вот этой стены, тоже бисером. Вот, здесь все готово к утеплению. Вот, и та стенка, значит, готова для обкладки, уже вот подготавливается просто для обкладки вот этой вот, значит, бисерской плитки. Вот перенесли ее сюда уже. Ну, вот такие вот у нас движения. Что еще? Значит, вот здесь вот, да, будет, значит, стенка подниматься вот до этого уровня. Далее будет собираться опалубка и будет вот эта плита ФБС продолжаться. Да? Будет такой вот навес увеличен. Вот эта вот площадка, веранда или терраса, как она. Вот. Помененность мы видим стеклопакеты. То есть здесь вот поставлен стеклопакет, который служит дверью. Теперь будет выход. Здесь заменили стеклопакет. Здесь, значит, у нас дорожка закончилась. Вот такой вот ступенькой, чтобы попасть нам в уровень вот нашего колодца, да, то есть будет уровень вот этот вот, колодец приведет. Так колодец был очень сильно утоплен. Даже если его нарастить, вот его вторая составляющая часть, если его нарастить, то он был утоплен. А так мы здесь обыграем, значит, такой вот ступенькой, и дальше пойдет другой совершенно уровень. Здесь мы видим, значит, тоже подготовлена вся плитка уже сложена, да, к укладке, и сделана стяжка. Вот завтра уже где-то начнется здесь укладка тротуарной плитки. Вот такие вот движения на нашем объекте строительном. Всем удачи в ремонте, в стройке. Подписывайтесь на канал. До свидания.